А зачем нам робот? Как зачем? Он будет за нас все делать. Вот ты убираться любишь? Нет. Вот, а он будет за нас убираться. И посуду мыть, и в общем все такое. И думаешь, Пин его уже сделал? Конечно! А что там делать-то? Я бы и сам сделал. Но ты же знаешь, я не механик, я больше по теории. Пин! Спит, что ли? Никого нет. А, куда же он делся? Странный какой-то этот Пин. Вот как не придешь к нему домой, он все время куда-то девается. Слушай, Крошу, пойдем отсюда. Что ты тут? Крош? Крош? Понятно. Что? Что понятно? Мне лично ничего не понятно. Пина похитили. Марсиане? Я думал, что ты это марсианин, как тот, который бегает у тебя по двору. Найн, это механический няня, который я сделал для тебя. Но он получится слишком няня, слишком заботливый, агрессивно заботливый. Можешь его забирать, а я пока здесь прятаться. Нет, отпустите, не хочу, не надо. Это ёжик. Не надо, отпустите. Ёжик? Нет, не надо, отпустите, не хочу, не надо. Спасите, помогите, кровь. Ежа надо спасать. Боюсь, он долго не продержится. Я, так сказать, взрослый. Мне не нужны пеленки. Эй, железное чучело, не хочешь обо мне позаботиться? Ку-ку, mein Leben, komm zu mir. На помощь! Данки шоп! А здорово мы ее, а? Ты
Мы пропали. Батарейка кончился. И больше не включай, занянчит. Я бы таких нянь на гвозди разбирал. Ёжик, я тут подумал, а зачем нам, собственно, робот? Что, мы сами не можем все сделать? Конечно, можем. А то от этого железа больше хлопот, чем пользы. Вечно надо батарейки менять. А если его, так сказать, заглючит, то... Не поймешь, чем закончится. Хорошо то, что хорошо кончается.